Друзья, привет. Сейчас я попробую выполнить смертельный номер. Значит, съем 10 зубчиков мелко нарезанного чеснока. Вообще положено один зубчик в день, с утра натощак, разрезанный, да, как таблеточку, запивая водой, принимать. Потом можно завтракать. Знакомый мне позвонил, сказал, что за последние, наверное, 2 или 3 дня он уже выпил 7 бутылок водки с этим коронавирусом. Я думаю, что все-таки лучше вот этим лечиться. Итак, внимание. Thank you.